Вот я сейчас убью. И они хотят сделать за это дерьмо 500 ЕП. Ну, если не делать всяких пожарников, не убивать Фрею в гер-режиме. А чё его там, как это из-за того, что мы вайпались, это не из-за режима, из-за там, всяких там интернетов, всяких там пришествий и так далее, слабого ДПС, исполнения тактики. Ну это что, ты предлагаешь теперь брать в целка людей со слабым инетом и давать за него в два раза больше ИП? Нет, зачем для целка больше? Ну это проблема РЛ, который собирает рейд, он должен у всех спросить, не лагаешь ли ты сегодня, а нормально ли ты хилишь? Нет, это просто добродушность и... Простота, как бы, люди берут людей... Халатность, это халатность, ой. Нет, да какая, блядь, халатность, ты чё, блядь? Ну, я не знаю, мы же не на какой-то государственной работе, мы же... Не знаю, вот, ну, скажешь ты, типа, чёрному лимону, вот, представь, Animal напишет чёрному лимону, не, я тебя не возьму, на. Да когда они подсветят, блядь, так легко не скажешь. Нет, знаешь, что так, это что? Там у вас слот освободился, да, насколько я знаю? Не знаю, откуда ты это знаешь, откуда ты это узнал. Но слот у нас не освободился. Ну, вот Курик Варьер, он в РК пишет, меняйте его. Курик Раллер. А, РК. РК я не читал. Ну давай, заходи. На кого заходить? Порик есть, я не знаю, если у тебя хант какой-нибудь есть или рок. Не, но есть код, короче, есть демон, есть маг. Код демон. Да не знаю, все это есть. Ты и код тоже есть в рейде? Да. Давай магом будем. Давай магом. Начисли ралли войт. Есть. Пати будет. Ты на ком? Маг какой-то чате написал. Я вижу. Да останься на локе, потому что там видишь на магу зашел. Нормально. Что там, сорманете, да? Угу. Спасибо. Дайте его пизачивок убьем. Надо, надо этот хэм.
попроще. Блин, хрен еще. Давайте меня присуманим сначала. Это самый простой. Если мы будем ХМ делать, тогда я на Лока зайду, а ты потанчишь. Давай. Давай. Давай, сумоньте всех, я забафаю, каски раздам и Локом зайду. Есть джипс у кого-то? Ставьте. Ну там надо сумануть мага, мага надо сумануть. Сейчас я бафну вам каски. Дай бафу, пожалуйста. У меня лапа и все. Оксана, без бафу. Ну дай, блядь, без бафу, пожалуйста. Спасибо. Рыбку поставил. You will die. Кому еще дать этих духов? На СПД. Ты Консаксу, наверное. А ты где их набрал? Я не знаю, сходил по ивенту и купил. Нормальную тему. Сейчас играют милики по боссу, а у нас из миликов что такой фурик. Ну там жезлами можете побить всякую такую фигню. Вообще не важно. А главное, не бейте массой. Все, не убиваем эти облачка, с меткой выбегаем, копья не ловим. И все, ждем, пока появится сранитовый страж. Все просто. Еще так, Хазарак, получается, под боссов станешь с Войдом. На второй хил есть? Фога, да? А, отлично, Фога тоже станешь под босса. РДДшки там на рейнже, отбегайте от копий. В общем, и все. Сначала хилит Хазарак, если там в начале хилить вообще почти не надо. Главное, косты сбивайте. Кого бы на косты... Не знаю, Хазарак, сможешь там позбивать? Да, давай. Если там промажешь, я попытаюсь петом там. А вот эта хуйня, ну, собьет, нет? Да, да. Я точно позбиваю, если она собьет, конечно. Ничего, а, вот все. Сейчас есть.
Так, у меня что-то прилогивается. Давайте под босса вставайте. Войд, Фог, Хазарак, Виталий Кун точно под босса. Еще могут два человека встать, кто себе не уверен. Петкла там тоже пускай встанет под босса. А. Ну, интересно. Интересно. Очень интересно. Че он в БДК хочет? Да, видимо. Так не тяжков. Если не помогаете мне косты сбивать эту пинту. Виталик, он тебе поможет, или маги скиллованы. Ну, я поразбиваю. Чего кулдаун на эту хуйню будет? А сколько там, 10 секунд? Не, 24 секунды, нормально, короче. Лишь бы он сбивал. Не 10. Тебя забафайте, Митриус. Это, мне в кота тогда, да? Да-да. Да-да. Это, запас храни, ты будем делать? Дайте пристабав по ДК. Хрен делаем, да? Да. Да, хрен. Хрен, запах храни, ты будем делать? Мы его Катя, и делаем, да. Катя, бомбы на босса не вешай. Да, маги, смотрите, вы сейчас вообще стоите и просто бьете жезлами. Бьют милики, пока не появится второй моб. Когда появится второй чувак, вот тогда играете уже по нему нормально и потом по боссу нормально. И следите за копией. Все, чекаю, погнали. Бомбу не вешайте. Митриус. Че у тебя там? Погнали, все. Все готовы. Все, играйте жезлами. Там форик код есть. Они снесут. Эксан. Потекла. Баба, смотри, как полетела. Блингуется, смотри. Екс. Следите за копьями, потекла, опять у тебя летит. Смотри, что они делают. Да чего ржете, блин, печально. Их же видно. Хорошо они. Ты не говори потекла, ты говори Катенька, а то меня отвлекают. Нет, просто прикол в том, что... Сейчас надо будет БДК похилить, возможно, если его будет пробивать. Да нет, там не зиг. Бомбу не вешайте бомбу. Кто бомбу повесил? Я не вешу. Я знаю, кто. Вы сейчас убьете пары, и все, будем падать и заново бить. Нет, я знаю, кто повесил. Кто? До конца, кстати, бегай. Потекла, не вешай бомбу. Сам говорит, Катенька, называйте ее. Короче, бейте давайте. Не вешай. Под боссом пары осторожно, Виталику, не задень. Не, она сказала тебе, типа, заведи меня Катенька, понятно вам, типа. Или как? Бей жезлом лучше. Ты сейчас сольешь ману, и у тебя не будет на залить эту второго чувака. Тут мана не резается, она резается только в лужах от копий. И то слабо. По-моему, она в сорнитовых парах резается, нет? Нет, она вот в этих лужах от копий резается. Рыб полетела опять. Она, короче, в лужах от сорнитовых паров она резается. Вроде как. Там меняется жизнь на ману. А в этих лужах... Да, все верно. Не меняется. Да. Ну ладно. У них снижается на 75% стоимость. Да, там стоимость из хоста вроде как... Потекла, выйди из рейда, выйди из рейда. Просто отойди от других людей. Нормально. Сейчас метка с тебя спадет и подойдешь опять. Нужно было просто грибу нажать. Бейте этого гомосека быстрее уже.
пары еще ждать вам брата через пару секунд. Сейчас появится уже скоро. Домосек, да, еще один. Да, и не рольте мечик, пожалуйста, если вам там на трансмут не надо. Потому что мне надо. Все, все играйте по этому. Это ролл, да? Давай, чё. Все равно сейчас на йоге еще попадет. За копьями все равно следите. Сейчас полетит, как я, в этих малах. Вот сейчас их опасно ловить, потому что сейчас у вас сильно увеличен получаемый темный урон. У вас ваншотник. Все, играйте теперь по боссу. Убивайте. Господи, как она летает. Весь тим. Была потекла, теперь станет полетела. Мария, дай тебе делать. Что ты не понял? А, мячик не упал, нифига. Нет, не дробяшка пиздатая. Как она заебала? Почему она не падает мне? Моя 232-я дробяшка. Алибарда. Так, сейчас захожу на это. А я запрыгнул котом в этот, в наручник этого Элиму. Не могу выйти. Помогите. Кот, это самое, поднимите эту хуйню. Алло, куда вы все ушли? Кого? Что надо сделать? Вот, ну подойди сюда, дебосс. Как так? Потекла, спаси меня. Блядь. Я знал, что она скажет. Ты чё несёшь-то? Ну какую-то. Ты поехавший, вот. Я угораю. Всякую чушь. Захожу на БДК. Да, у меня же скулы болят, блин. Вот видишь, я же говорил, прекрасные рейды. Войт на БДК. Особенно прям где войт. Чё, имеет этому... смысл еще льду собирать или нет? Не знаю, конечно. Ну вы пойдете, нет? Нет, я точно не пойду, это жесть какая-то. Хватило одной. Зря ты отказываешься. Да ну нахер такие. Ты пойдешь, Войт, нет? Ну если потекла пойдет, то я пойду. У нее, по-моему, нету никого, короче. Кроме тебя. Потекла, ты пойдешь во льду еще? Ты говори, Катя. Причем ты 25 десятку еще пойдешь, у тебя есть еще персонажи. Че, дадим ей кого-нибудь? Дай шкаф, пожалуйста. Носок, дай шкаф. Че, вы за тринкой? Ага. Она не упадет. Упадет, блядь, есть. Ну тогда ее с ролит Виталику. Так, в портал идут Аркона, Second Sox, Аферист и Амнистия. Вот, нормально вроде. Амнистия, ты тут? Амнистия, возвращайся.
Отлично. Все слышали, Аркона заходит в порталы, этот Second Sox, Амнистия и Аферист. Там, допустим, Аферист и Амнистия слева, а Second Sox и Аркона справа. Пойдемте, что? Сейчас метку поставлю на кого-нибудь. Будете стоять в Хазараке сейчас, вот, в желтом крестике. Оксана, первый левый возьмешь, я возьму второй левый. Стойте, стойте. Виталий, где? Да я тут. Видишь, что я? Так, ждем, сейчас пройдет. Ну, ладно, побежали. Вот, ставлю. Веточку кого пьем. Так я с тебя сорвал. Что за жизнь? Давай, твой сейчас появляется. Крис, что ты там бегаешь? Этот мой. Твой. Вот этого играйте. Забери его скинь. Теперь это. Этого заберу сейчас, который появится первый. Второй твой. Смелики играют по маленьким, а тогда по большим. С фактом сбегаемся, диспелим все, что можно диспелить. В зеленых лучах не стоим. Это еще маленькое должно быть. Оксана, твой ближний. Так, от черепка отбегаем. Так, сбегаюсь к Хазаракам. Проклятие с меня здесь спать. Подходите к порталам, они сейчас скоро уже появятся. Бегай с аферистом, можешь сейчас заходить в портал. Все нормально. Вон справа это маленькое. Давайте его зальем. Большое за боссом, по нему играете РДД. Аркон, что с тобой такое? Сбегитесь, пожалуйста, потекла и... Понятно, у вас там говно всякое. У нас тут с захилом проблемы. Вообще проблемы. Ну там Фога был в этом. Как его? Его щупальца схватило. Портал открытый, кстати, кто-то не зашел. Трупа можно падать, да? Женя лагает, наверное. Да, меня не захилили. Падаем, да? Наркона не зашел, портал там... Еще жесть какая-то. Можно я пойду в портал?
Да не, не надо. Сейчас зеленые лучи появятся, забежим в них. Вот зеленый лучик, встаем в него. Далеко он заходит, зеленый луч. Ну, не так уж сильно дамажит, не манжет. До прихода подкрепления, пока стены города и трон охраняют люди с отважными сердцами. Офигенно. Ну, все таки два человека в портал не зашли, да? Да, там я один с этим Соксом бегал. Офигеть. Я ведь однажды перегорю и вообще больше не буду никогда ничего собирать. Это же просто жесть. Да не, ты чё? Чё, у тебя так мало нервов, что ли? Ну, побольше, чем у тебя. Просто ты сейчас не релишь. Сейчас бы мы уже сидели и слушали. Вы чё, сука, не можете собраться? Ну, обычно как-то так ты говоришь. А Виталий в Фурике? Да. Можешь Виталий в портал вместо Оксаны? Ну, давай. Какой у меня был портал, скажите ему. У меня ближний левый. Ближний левый. Ну-ка, девоньки, накажите Виталию. А у нас, короче, Фогу схватил щупальца, а эти ДДшки были замедлены, далеко от него, короче, находились, и на них замедление было. И их еще там пакт коцал, не знаю, почему они там сдохли, потому что Фога их не захилил, а Фога был в щупальце, они не могли его разбить, потому что с замедлением были далеко, вот, какая-то такая фигня была. Что с Казараком было, я не знаю, кстати. Чё мне с тебя не готов? Еще раз. Понимаете? Пойдем. О, сейчас лужи разошлись. Самый момент. Между Сциллой и Харибдой, да? Стойте все в Хазараке. Против... Давай, твой первый. Я его заберу. Секундочку. Где? Бэр дали, что ли? Ну, Фуга, поднимай, мага. Ло-ло-ло. У меня на КД были таунты. Приступал, смотри. Этого сейчас заберу. Блин, почему он разворачивается? Я даю в него таунт, он все равно туда бежит, мне приходится давать масс таунта сейчас. Сразу его, сейчас я опять без таунта стою. Там, короче, не таунт. Типа таунт не жми.
Сейчас. Что я нормально? У меня тарелка и там, короче, ничего нет. Что лилай? Судя, ты что, блин, если не заходи, пала играю. Так, что у нас? БР-то есть? Кого-то? Нет. А что, у нас много парней? У нас сардру полно, я думаю, мы можем и в одного хила это убить. Маленькие РДТ по большому, оно там далеко справа. Сейчас еще маленькие появятся. Где-то маленькая появилась. Виталь, пойдем, портал искать. Да, доты. Да. Пойдем. Ну. Тут ближний левый. Стой. Виталь, а куда ты бежишь? Сюда, встань, где Макс стоит. Вот, сейчас здесь твой портал. Подходите к порталам, сейчас они появятся. Играйте по маленьким сначала, потом по большому. По большому только РДД. Мак умирает где-то далеко. Все, милики, можете играть сейчас по большому. Мак, подбеги, на тебе пак. Все, все играем по большому. Вы там успеете заодно снести или нет? Стараемся. Нормально, что здесь убили большое, так что. Сейчас будут еще маленькие где-то. Сейчас аферист выйдет, надо его будет подхилить, у него мало здоровья. Секунды. Блин, почему один портал не закрыт? 5 секунд, подхилите быстрее. Ну потому что кто-то не заходит. Демон не зашел. Я сказал, я захилил. Что ты сказал? Что я не смогу зайти, потому что я с пактом был сказал. Так а почему ты потом не зашел? Надо заходить, пакт скидывается, когда заходишь в портал. Я не знал. Аля, готовься, портала. Да я все. Не смог я выйти. Вот поэтому я не ставил Виталику на портал. Это же не... Короче, блин, это жопа. Блин, не получалось. Вуди познает радость ИРЛ-ства. Не переведут, идите к морде босса. О, большое все играем. Не все, а РДД только. Теперь все. Что у нас минус 2, да? Там маленькая, кстати. Блин. Кстати, она будет очень мешать. Зафиг ты мага. Отвернись. Не смотри на босса, когда он кастует эту фигню. Че, кто его заливать будет? Я? Ладно, попробуй. Давай, беги, заливай, а я пока буду этих забирать. Предлагаю кому-то помочь мне. Не надо бить этих, потекла, ты пьешь посы сейчас, их не надо бить. Когда он кастует, надо отворачиваться. Нет. Все, там еще стражи багаются, извини. Ну, падаем давай. Зачем? А. Так все, что, у нас нету четверых. А почему я? Не слышно. Так? Почему?
Еще раз, что? Говорю, почему я зайти и выйти не мог с портала? Потому что надо подойти к порталу и тыкать на него много раз. Я даже не знаю, как что сказать на это. Я знаю, как сказать на это. Я вот так, Виталий, вот так, в центр. Вот, в центр прям подходишь к порталу, в центр, и тыкаешь много раз на него. Ну, я так и делал. Ну, значит, подвигай своего персонажа вперед-назад, может быть, получится. Может быть, совпадет на небе звезды. Но теперь в следующий раз тоже. Есть какой-то джипс или поставьте маунт. А что куда есть? Джипс у кого-нибудь или маунта поставьте. Ребята, а чё вы? Знаете, ни хера здесь. Вам может тактику рассказать с нуля? Я, говорит, не зашел в портал, потому что был факт. Потому что ты просто не ходил в Ульду, наверное, года три. Или может вообще никогда не было. Да, факт слоя. Не фортануло. Не получилось, не фортануло. Вот видишь. Так хоть говорите, если вы пришли сюда без тактики, говорите об этом. Началась прямая трансляция «Шахматы для всех». Крим шахмат смотришь? Неплохо. Ох, мы крепкие орешки. Мы корону привезем. Спать ложимся, как орешки. Посыпаемся, привезем. У меня аж выпивка есть, черт, я забыл. У меня уже первый разряд, блядь. Заходи, блядь. Ну, раз на раз просто. Давай керза возьмем. Блиц сыграем. А кто ушел? Виталику. Начисли его там, кстати. Не знаю, обиделся, наверное. Подозреваю, что на меня. Чё ты ему такого сказал? Он не выдержал его тупизм. Ё-моё. Сегодня... Вчера я РЛил. А, уйду? Ну да, ну она вот говорит. Типа, это я же. Сегодня РЛ не говорит нихуя, да? Но сегодня я уже подозреваю, что человек сходил, выучил. Ну да, за один день. Не знаю, вот когда меня взяли в эту гильдию, я тоже ни разу не был в Ульде, пошел в 25-ку. Вот. Но второй раз, когда я в нее пошел, я уже пошел в комнату и нормально там дамажил на плюс 0. Ну я тоже на второй рейд взял, тогда дамажить начал. У меня самый скиллованный вар на сегодня. Всех передамажил. Так, сейчас Керс зашел, Варка? Да, и зашел. Лень, это он. Кёрс, это ж кто-то... Лень, да, точно. Сейчас зашел на твой канал, вот, отсортировал видео по максимуму просмотров,
Я увидел, что у тебя там есть видео с 700 просмотров, как ты делаешь уничтожитель пушек. Вот. И я смотрел там главным образом на чат, пока это видео просматривал. Там столько народу, который типа играл, а сейчас не играет скилловно. Блин, я прям офигел. Я и не помню. Даже не заметил, как это произошло. Там реген такой пал был. Самогон там еще. Баса. Вообще жесть. Так, забирай. Я пока выбегу. Забирай следующего тоже. На мне просто дебаф. Бывает. Ты меня будешь вспоминать? Когда я перестану на X1 играть? Забирай вот этого. Вот. Ты вечно останешься в музыках. Да, как всегда. Да, в музыках все остаются. Следующий мой, а потом твой. Вот этот мой. А в сердце? Ничего, он не бежит ко мне. Сердце мне такое потекло. Я понял. А ты Вуди будешь вспоминать? Не знаю. Слово. Хотя бы. У меня только один друг есть, который немного шарит в Вовке. Я ему обычно рассказываю про все свои достижения. Что за друг? Он Вов играет. Ага. Давайте добивайте этого, и они все еще знают. Я тоже там играл. С конца классики, да, Пандарий. Он там уже много лет играет. Так, смотрите, сейчас будут мелкие, у них мелики. Большие РДД. Но сначала давайте вот это разобьем, потому что у нас хватило кого-то. А, Кёрс, кстати, давай ты зайдешь. А, да, ты заходишь в портал. Какой был портал у Виталикона? Не подходи к Америке. В конце концов, кстати, сейчас убить можно. Левый ближний. Левый ближний. Левый ближний заходишь, Кёрс. Так, Войт, разбейся с меня эту херню. Разбегайтесь, Войт, и потекла. О, да, детка. Иди сюда. Так, подходите к своим порталам, сейчас они появятся скоро уже. Секунд 10 осталось. Аферист, у тебя там подальше будет портал. Хазарак, сбегайся с амнистией. Так, появилась маленькая щупальца слева, вот еще одно. Убиваем его, заходите в порталы. После того, как убьем маленькое, идем бить большое, сначала только РДД. Мирики начинают бить большое, когда оно... Отбегите от меня, а то вам фир кинется. В зеленые лучи не заходим. Аркона... Большое идет. Он умирает. Пошли бить большое. Оно за встанье сейчас стоит. Его можно сейчас накоцать. Даже мириком. А у нас мириков-то нет, да? Сейчас будут маленькие появляться, надо будет их сразу снять. 7 секунд, 6. Перевели. Перевели. О, перевели, отлично. Вставайте все перед боссом. А, отворачивайтесь. Что-то он это... Убежал. Видел? Пускай, пускай. Стой тут. Не багается, это заебись. Все равно... Не помню, там что-то вот. Маяк у него должен работать. Хилить должен.
плохо, они помогутся. Сейчас убьют уже, да? Триня, упади. Триня, упади. Щупальца? Не щупальца. Что при этом? Надо ФБР. Она спарирована вроде, нет? Да, она будет, да. А, ну да, ты же не мишка. Чей потрат, блядь. Ну, упал. Поздравляю, Вань. Я пытаюсь вам щупальцы бери тренер. Адон выпал, смотри. Трюню заберу, но может на АДК вызвать. Блять, так неинтересно. Хоть и клан выигрывает, ослабшую хватку Йоксарон. ГЦ. Че, клан не идет? Клан убили уже. Убит. Плюс 0 сделали на уголоне. Накинь там кёрзу 200. Еще там много кому по 500. Не на фокусы, кинь, пожалуйста. 5000, по-моему, сразу же кинул. 5000. Ну да. Потекли 1015. 500, наверное, она там где-то середина примерно. Так, накинул, потекли кёрзу, остальным чё, косарь? Так он сокс же тоже с середины где-то. Я с рейсом забрать. Там просто очень много народу уже пришло, да, Хазарак? Хазарак. Чё ты, Войт, потекли нормально накинул? Кинь мне на фокуса, пожалуйста. Или ты только потеклейки кидаешь? Я тоже понравился. Куда делся первый фокус? Он в бане будет. Еще 219 дней. Фокус сейчас нуля будет, че нет? За что? За то, что ты рекламировал Бармейн, получать? Ну, я просто написал, пацаны, гоу на Бармейн, короче. И мне дали перманент бан. Потом я поговорил с Синегоса, и мне его изменили на 240 дней. Ой, пати, да, Эпс? Че, накидывает косарь? Ну да. А где это? Минимум. Я себе накинул его уже. А, можно накидывать, да? А как накидывать? Не могу. А, вот. А потекли кто накинул? Это а что ты локом моему? А. Локом я ликнул, что ли? Ну, ладно, я себе потом накину. Потекли. Мы все вместе потекли. Чё, Катенька, чё расскажешь? Давай в шахматы играть.